Так. Да, YouTube канал есть, ребята. У меня есть YouTube канал. Ссылочка на него в шапке профиля в ТикТоке. Там есть все гайды, там есть все записи трансляции предыдущего новичка и текущего новичка. Так что можете зайти и ознакомиться. Так. А также у меня там недавно вышло еще экономное прохождение старой фермы. Вот этой локации. Так что посмотрите. Там всего лишь-то я использую эту самую трубу и 4 копья. И то там, кажется, 3 копья даже понадобилось, а не 4. Вот. Ну и пистолетик там для зараженных волков. Но в основном все у нас там очень даже нормально вышло. Так, ну, короче, я понял. Я понял, ребята. Это самая лучшая база в мире. Надеюсь, плеер будет хорошим. Так. А что бы сделать, чтобы рейдеры приходили к тебе? Ну, надо в первую очередь хотя бы 150 уровня достичь, а потом уже выполнить их 5 заданий, которые ты найдешь в однорадио. Так. Ну, вроде все. Особо так ничего тут нету такого. Вот видишь, он даже радио не собрал, ужас. Вот такие делишки. Нельзя строить на чужой базе. Блин, они неужели задумались об этой теме? У меня всегда были такие мысли взять, принести, короче, все, что нужно для Чоппера и построить Чоппер этому боту. Теперь они все-таки поняли эту ошибку и все-таки запретили строить Чоппер. Ну ладно, ладно. Эх, а был бы топ-контент, если бы я все-таки занялся этим. А что там, кстати, на старой ферме? На старой ферме у нас классные, классные призы. Так что заходите, там лут хороший. Вас он устроит, ребята.